На горах, да. Хорошо, как видно, снег. А ведь это ведь все деревья, да? Да, вот на горах, да, и вот посмотрели. Деревья, а сверху снег. Мы продолжаем гулять по Гаграм и идем на центральный рынок. Это наша улочка, где мы живем. Видишь, столовок очень много, но они... Вот смотри, с левой стороны столовая. Но они не работают. Спасибо огромное, благодарю. Подсказала нам, где купить подешевле фрукты. Мы пришли на рынок. Ой, я все любуюсь верхушками гор. Мы в Гаграх. Вот сейчас зашли на рынок. Сегодня у нас 19 марта 2021 год. Какую цену апельсины? 30. Здравствуйте, вы сегодня как две опарка. Вы не в молоке лежите? Вы не меняете. А гранат почем? Ириш, там вот сюда, налево. Там выход уже. Так, вот эти апельсины смотрела? 30 рублей килограмм. Смотрела. Я что вот хочу? Я эти лимончики хочу. Поснимала и не купила. Ну вот, 30 рублей апельсины. Это большие, 50. А вот мы с тобой сегодня по дороге собирали эвкалипт. А вот еще пойдем, пройдем с левой стороны. Надо вот у девушки купить лимончики. $35 рублей килограмм лимонов. А мы что-то прилетели. Так, а тут что? Ну, тут уже такие никакие, можно сказать. Это мандарины по 20, а вот апельсинчики. Так, о, хорошие апельсины. Вот эти хорошие апельсины. О, а это что? Это инжир. Девушка, а апельсинчики в какую цену? Ой, хозяюшка, в какую цену апельсины? Здравствуй. Да. 40 рублей килограммчик, да? А это? Угу. А это? 300, да? 300. Да, вот эти 40, да? 300 это что? Сколько ваш инжир? Веточка сколько стоит? А? Ветка сколько? Килограмм. 300, а, килограмм, да. Скажите, а вот это что за листья? Вот это вот? Капустные, что ли? Капустные листья, это называется лахана. Лахана? Да. А салат в какую цену? 15. Только собрали, что ли? Такие дорогие. А собрали. С веточками прям. А апельсины в какую цену? Тут дороже надо, там надо смотреть. Ну, а это вот рынок центральный. Время 2 часа. Здравствуйте, ну давайте помашите ручкой. Мы здесь всегда. Да, заходите в гости, да. Как себе домой. Видите, какие приятные люди. Так, ну я всегда варенье. А апельсины в какую цену? 70-50. 70-50. Ну, на улице по ниже цена. Да. Я хочу только варенье из шишек. Все. Три за 100. Нет, ребят. И что-то мяса нет, уже никого нет, да? Сыр еще можно посмотреть. А живое мясо? Где живое? А, дальше уже закрывают, да?
Так, ну хоть цены какие-то. Ой, я куда-то не туда, с пива пошла. А вот, кстати, смотри, Ирина, вот ты, я тебе говорила про это варенье. Фейхуа. Какое-то мы не можем выговорить. Фейхуа. Фейхуа. Да, фейхуа. Да. А варенье с шишками у вас есть? Нет, шишками нет. Нет, да? Шишками. Шишками, да? Ага. Это специи. Сколько стоят такие специи? Смотри, какие. Есть по 20, есть по 30. По 20 это что, вот, к примеру? Это стаканчик вот так просто, да? Топари, говорит. Вот такая вот будет 30. Такой тари. Вот она. Да, нормально, да. Пакетик. Аромат какой. Для плова можно. Сейчас погуляем и поснимаем немножко. О, сыры тут, сыры, колбасы. Они фотографируют. Да, им уже не... Ничего не понятно. Здравствуйте. Вот мы у нее брали сыр. Слышишь, Ириш, если здесь, нужно, да? Сыр вот у нее... Не продавщица, буду вступать. Все, что хотите. Вот такой сыр я у нее покупала в том году. Круглые. Так, еще давайте походим, посмотрим, да? Сейчас. А, нету. Нету. Хотела посмотреть мясо, курей. Ну, время 2 часа, никого нет. Ой, а какой чай ароматный, да? Чувствуешь аромат какой? Вот этот очень хороший, чистый наш. Пахнет. Сколько стоит он? Ведерочка. Сто с город поставил? Ему... Нет, он сказал, ведерочка с горочкой, она сказала. Сколько будет стоить? 100 рублей? Вот такая, да? Ага. Подождите, мы еще смотрим. Вы такие все активные. А тут горы, смотрите. Вот этот, смотри, смеси самый шикарный. Я могу на глазах вам собрать универсальную свою понюху. Да, очень вкусно. С гранатом мне нравится курица. А для плова вот это сколько будет стоить? Вот смотри. Контейнер есть маленький, есть побольше. Вот маленький сколько маленький и большой? 100 рублей, 500 граммовая, вот такая десертная. Угу, ясно. Вот эти... Как она правильно называется? Пастила. А, пастила. Да. Вот эти тоже пастила, девочки. А, ага, это вот. Там с лимон, фейхуа, инжир и фейхуа. 40 рублей вот такая одна штучка, да? Вот это да, одна штучка. Вот такие нам принесли хинкали. И соус. Ох, прям видно пар. И сейчас будем пробовать. Какие большие. Поближе. А вот такие цены. Хинкали. Соус. Вот из алычи очень вкусный соус. Тартар есть соус. Пицца. Что еще? Вторые блюда. Первое блюдо. Салаты, блины. Поверни, разверните, пожалуйста. Что у нас тут? А вот супчик вот этот, который я читала. На той стороне. На той стороне супчик, да? А, суп дюшбара, вот надо спросить. Да, я дальше что-то смотрю. В общем, я выбрала хинкали. И соус. Продолжаем гулять по Гаграм. Запрыгивает такой вот опять спальный район. Смотрите, как у них дома построены. Вот дом, один подъезд. И такой свечкообразный. И вот мы квартала 3 прошли. Вот пятиэтажки, такие дома. И решили подойти опять в хинкальный. Вот тут вот покушать. В прошлом году я снимала видео, мы тут кушали, нам очень понравилось. Ну и решили сегодня зайти сюда, потому что нигде ничего нет. Столовые закрыты, рестораны закрыты, кафешки закрыты. Вот нам посоветовали, сказали, что вот эта хинкальная работает и еще работает
где-то очень далеко. Ну, сейчас идем кушать.